Добрый день, уважаемые коллеги, партнеры и инвесторы. Вы находитесь на канале «Двигатели Дуйнова». Сегодня я рад сообщить вам о событии, которого с нетерпением ждали все участники проекта. Итак, 18 мая Московская государственная экспертиза дала положительное заключение по итогам проверки проектной документации инновационного центра «Совалмаш». Это событие – одно из ключевых в истории проекта и по своей значимости сопоставимо с получением компании «Совалмаш» статуса резидента особой экономической зоны – Технополис Москва. Ему предшествовали целый год кропотливой и напряженной работы сотрудников «Совалмаш» над проектной документацией и ряд изнурительных бюрократических процедур. Информацию о положительном заключении разместили на сайте Госреестра. Она доступна по ссылке, которую вы можете найти в описании. Напомним, что документы в госэкспертизу впервые были поданы 31 декабря 2019 года. Затем из-за ошибок генподрядчика пришлось вносить серьезные корректировки и повторно отправлять проект на проверку в феврале. Пандемия заметно осложнила и замедлила экспертизу. В таких условиях завершить проверку сложного, уникального для современной России проекта – большое достижение коллектива «Совалмаш». Даже в Мосгосэкспертизе высоко оценили работу сотрудников компании. Теперь «Совалмаш» владеет очень ценным активом, выверенным до малейшей детали проектом инновационного центра. Компания подтвердила свою репутацию инновационного предприятия, которое ставит амбициозные цели и выполняет их в соответствии с самыми высокими стандартами качества. Положительное заключение экспертизы означает, по сути, что открыт путь к строительству проектно-конструкторского бюро «Совалмаш» на территории Технополиса Москва. Для начала работ на стройплощадке осталось пройти несколько процедур. Мы поздравляем всех участников проекта «Двигатели Дуйнова» со знаменательным событием. Это лучший подарок всем нам к трехлетней годовщине проекта, которая состоится уже на следующей неделе. Поэтому обязательно ставьте лайк под видео и поделитесь этой новостью с друзьями и коллегами. До новых встреч!